Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять китайка, и мы сегодня будем собирать опять топовые плюшки с рынка, а также с акций. Посмотрим, что у нас поменялось на китайке. Также это будет как бы первая часть сбора нашего огнекрыла, нового героя, который у нас будет тоже на китайке. Возможно, он будет с другим талантиком. Пишите обязательно в комментах, какой талантик вы хотите увидеть. Также участвуйте в акции на пирата и на некроса уже последняя неделя. И на выходных мы будем опять определять победителя и награждать победителя вольтом и некросом. Посмотрим, как будет по акциях. Так, поехали. Что у нас сегодня на китайке есть? Во-первых, вот у нас такой вот рыночек, частично забрал, это в принципе мне не надо, у меня рун, как видите, тут на прокачку хватает, сундучков тоже уже тут больше, чем даже на основе, хватает с головой. Такой вот пакетик есть, тут у нас основное для меня это слизни, камни агментации, тоже уже прилично, 37 штук, коробочки забрали, камни. Также у нас вот такая вот топовая сегодня сборочка. Воодушевление еще одно. Еще одна грубая сила. Сет железной воли 5. И карта топовая. Это мы уже забрали. Так, чистим наш складик. Вот это все мы забрали. Также тут есть еще одна акция. По сравнению с нашей довольно-таки неплохая. Там давали 70 частей льдышки нового питомца, одного из последних. И это очень-очень круто, потому что питомец нужен для подземок в дальнейшем. Так, смотрим по акциям, что у нас есть. Тут у нас сундучки, по-моему, за каждых 1000 купленных самиков. Или же затрату. Непонятно. Это такое, самая основная акция это здесь. Вот эта акция Баназа у нас тоже такая же есть. Правда, здесь она немножко попроще. Вот у нас пока в доне на 2 пака. Вот 3000 кристаллов. Дальше мы забираем 5 топовых слизней, которые дают по 150 тысяч. Дальше карта. Первая обычная. Ну а дальше, ребят, начинается полный трэш. 20 рудиков. 50 льдышек. И вот грубая сила. Она здесь, по-моему, за полпака, если я не ошибаюсь. Опять же, талант. Грубая сила. Еще один. Дальше мы забираем воодушевление. Еще одно. Ну все, дальше нам надо будет уже ждать. Сейчас будем подождем акция, будет обновление Рибит. Дальше идет ремочка, то что нам надо, особенно здесь. Ну и вот наш огнекрыл, которого мы соберем. Акция идет не так, как у нас сутки, а акция идет с 18, то есть 19, 20, 21, 22. Акция идет 4 дня, то есть еще 2 дня она по сути будет. Так, окей, все, вроде больше идем, давайте сюда, еще тут, по-моему, затраты все-таки почему-то не обновились, сейчас попробуем. Нет, не дает, все-таки затрату. Ну, где крыло здесь нет, не вижу. Так, окей, отлично, идем, забираем эти плюшки. Ну, тоже неплохо. Еще бонусом, смотрите, взяли. Еще бонусом практически то же самое получили. Так, что у нас тут? Почти уже 1,5. Ну, я думаю, завтра мы уже эту цифру перешагнем. Так, идем в складик наш. Использовать. Кингашки нам надо. Очень много надо. 80к на огнекрыло. Придется, скорее всего, еще и фармить подземки. Так, кулаки забираем. С кулаками тут тоже, опять же, у меня проблем нету, потому что есть куча
рун с акцией. У меня кулаки просто копятся, он уже 133 тысячи кулаков. Ну, частично, конечно, не частично, 90% это донат. Так, тут у нас насколько на 900. Ну, десятку сразу не прокачаем. Возможно, сейчас еще 5 минут обновятся акции. Так, что у нас интересного еще есть? Есть 5 коробочек, сейчас мы их откроем. Вот мы повыбивали на прокачку. На 2 талантика есть еще, оставим их на огнекрыло. Ну, вот смотрите, что здесь делается по талантам. В стаках. Ремка, разброс, берс. Ну, берс уже особо не нужен. БВшка, стойкость, утекание, просвещение. Скорее всего, его поставим. Сейчас посмотрим, что у нас по талантам с коробок попадает. Хотя, в принципе, лучше, наверное, изначально будет потом открыть его коробки попозже. Ну, сейчас посмотрим. Так, так, так. 4 воодушевления. У меня уже некому здесь их ставить. Уже практически на всех, кому надо, оно есть. Гнев, ложный выпад. Тут тоже очень много выпало. И так на роллингах. Грубая сила. Еще плюс 2 у нас. Так, 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 так. А что плюс 2? Странно. Мы же вроде грубую. А, мы финки грубую прокачали. Все, вспомнил. Ну, пишите в комментах, кому будем качать дальше ее. Так, что у нас еще? Карты смены, коробки. Ну, это как обычно герои. Так. Посмотрим, что тут за третьи сеты сейчас выпадут. Вот, ожива наконец-то хорош. Это очень-очень приятно. Так, тут обычный сет. Тут обычные сеты. Давайте пооткрываем пока питомцев. Посмотрим, что у нас с ЛДшкой уже. И как раз дойдем до новых акций. Вот думаю сейчас, кого качать. Вариант дерева надо прокачать. Надо Рино прокачать также. Но думаю, дерево в первую очередь, потому что оно сейчас будет использоваться все больше и больше. Ну и плюс огнекрыло мы соберем, и надо будет его тоже прокачать в топ. Так. Здесь получается, вы сразу забираете огнекрыло, вы не паритесь там. Но он тоже получается где-то же приблизительно по цене так же, как и нашим. Но если вы смотрели, как я выбивал за осколки, то это просто, ребята, это просто жесть. Так, вот так вот. Железная воля, пятый уже сетик. Просто супер. Ну, тут вроде как все, вроде дальше руны идут. Так, что я хотел? Так, тут мы уже немножко понаковывали. Че, давайте откроем три топовых карты, с которых нам нужны Бигфута мы прокачали. Фрейю мы тоже одну прокачали, на вторую тоже повторки и заклинация не нужна. Афина вроде тоже навыбивали. Ну, повелителя бури можно, ну, наверное, больше Седну. У нас Седна, по-моему, только одна. А, нет, три даже. Вот Фрейю, значит. Ошибочка вышла. Ну-ка, сейчас я гляну свой алтарь. Так. Одна есть, вторую мы еще особо там не прокачали. Ну и даже нужна одна Седна. Ну что, поехали. Так, 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 так. Вот наша топовая карта. Использовать. Окей. Заклинательница. И заклинательница. Вот, Седна. Отлично просто. То, что надо.
Так, давайте перезайдем. Теперь можно обратно качать всех. Так, поднимать силу дальше. Так, войти. Вот, 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 вот. У нас наконец-то, ребята, наконец-то у нас подъехали скины. Скин на Фрэнки. Отлично просто. С этих четвертой грубой силы. Также еще так вот здесь можно скин на Фрэнки взять. Тут дают даже 5к кулаков и по 2 коробки. По 2 раза можно купить и то, и то. Тут типа выбираешь себе либо. Ну, я думаю, вот этот за 640 поярче будет. Вот такой вот у нас даже есть наборчик. Так, а тут ничего не добавилось, да? Так, отлично. Сейчас мы сделаем ход конем. Так, а что у нас по акциях основных поменялось? Добавились? О, ребят, новая наша акция даже добавилась. Так, окей, забираем карту. Берем еще карту. И еще карту. Даже две. Отлично. Так, с этим мы разобрались. Забираем топовую награду. Так. Делаем вот так вот. Вот так вот. Да, отличные, конечно, на Китае акции. Все больше и больше они нравятся мне, чем на нашем сервере. Так, отлично. Так, просто отлично. Так, забираем скин. Еще 10к кулаков, еще 4 коробочки. Отлично просто. Так, что тут у нас за акция новая? Только ни хрена непонятно. Так. Сейчас пусть обновит попытки. Так, затрату 1000. Вот видите, тоже прикольно. Не, причем она идет один день, 23 часа. Можно будет, в принципе, как раз нормально успеваем, влаживаемся, будем качать нашего огнекрыла, я надеюсь. И сразу параллельно играть в акцию. Вот мы можем уже забрать сатик. Отличненько. Так, рибет у нас полпака. Дальше 3 пака, 4, 5, 6. Да, вот так вот. Так, давайте еще разок пробуем, зайдет, не зайдет. И попробуем пооткрывать коробочки. Так, 6 попыток у нас есть. Так, это по сути комбинация, насколько я понял. Что-то не могу вообще понять. Так, это призы. Не дает тут, наверное, тоже на трату. Ну, не знаю, ребят. Поиграемся, посмотрим. Так, сокровищницы нет. Так. Окей, идем открывать плюшки. Так, еще 500.
Еще 10 тысяч. Тоже можно, в принципе, открыть. Так, открываем скин на Фрэнке. Есть, вот он у нас теперь с гребешком. Так, что у нас еще? Коробочки. Ну, вроде коробочки остались. Давайте сейчас посмотрим, что у нас там по Атлантикам. Тут у Тикаха даже есть. Сразу каменка. Офигеть. Так, это, конечно, круто. А кому ее поставить? Надо нам, знаете, кто? Нам нужен. Так, это уже с каменкой. Где наш Фрэнки? Так, кто у нас вообще по героям есть такой интересный на каменку? Некрос. Рино. Но Рино пока мы трогать не будем. Так, что у нас тут тоже четвертый. Стрелка. Ну, стрелок со стойкостью вкачан, в принципе, пока хватает. Так, кто у нас еще? Огненка. Давайте пока сюда каменку поставим. Так, есть. Поехали дальше. Берс. Да, неплохо за карты падает. Ожог четвертый. Ну, давайте коробочки. Так, смертельный удар. Он никому не нужен. Сразу же ожог. Офигеть. Вот теперь вопрос, что делать. Так, Рино. Надо и Рино прокачать. Накрас есть уже с ожогом. Ронин с ожогом. Повелитель бури с каменкой. Ну, пока не знаю, пока оставлю на смене. Возможно, огнекрылу поставим, как и у нас на основе. Не знаю, посмотрим. В принципе, ребят, все. Я уже отдельно засниму прокачку, чтобы не растягивать видос. Прокачку огнекрыла. Если хотите, пишите тоже в комменты. Все, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Заговорился, закашлялся. Всем удачи. Всем пока. Я на основу. Тоже брать топовый базар.